Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей, в студии Лаура Байбачанова. И в начале выпуска коротко о главном. Деятели культуры и искусства отмечают профессиональный праздник. Причастность судоисполнителей к расхищению арестованного контрабандного груза доказали прокуроры области, из-за чего бюджет не досчитался миллиардов. Впервые в Алматинской области начали выращивать на плантациях непривычную для наших мест ягоду. Стоимость каждого ее килограмма на рынке 12 тысяч тенге. Более подробно смотрите далее. Алматинская область отличилась беспрецедентной явкой на прошедших президентских выборах. Электорат региона показал самый высокий результат. Большую активность в предвыборной работе проявила молодежь региона. За особый вклад в проведение этой важной политической кампании благодарственными письмами от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева партии «Нур Отан» отметила патриотов. В числе награжденных молодые специалисты, начинающие журналисты, предприниматели, лидеры молодежных движений, члены крыла «Жасултан». Это особая награда, признаются ребята. Они не сомневались в убедительной победе лидера нации. Вместе с Нурсултаном Назарбаевым ЖТСУская молодежь намерена строить конкурентоспособный Казахстан. Сегодня для меня огромная честь, исторический день, когда я получила благодарственное письмо от президента нашей республики Нурсултана Абишевича Назарбаева. Это сподвигает нас, молодежь, стремиться только вверх, продвигать молодежную политику и продвигать политику главы нашего государства. Сегодня день работников культуры и искусства. Свой профессиональный праздник ЖТСУские артисты, актеры, мастера прикладного искусства, сотрудники музеев, библиотек и других историко-культурных учреждений отметили большим торжественным собранием. Поздравил виновников торжества заместитель акима области Бахтияр Унербаев. Отличившиеся были награждены почетными грамотами и денежной премией за вклад в культурное наследие. На празднике побывал и наш корреспондент Улжан Адильханова. Благодатная земля ЖТСУ – родина величайших акынов и писателей Центра культуры и искусства. Свой профессиональный праздник творческая интеллигенция встречает большими достижениями. В регионе насчитывается более 2000 исторических памятников и порядка 600 объектов культуры. Из года в год увеличивается их число, растет и бюджет сферы. Мы сегодня видим эту поддержку, ощущаем вот всплеск, подъем культуры не только в масштабе нашего региона, но в целом в Казахстане. И культура Казахстана, она, конечно, будет представлена достойно на любой мировой арене. В торжественной обстановке за особый вклад в развитие сферы и сохранение культурного наследия сразу пятеро ЖТСУ-стов удостоены нагрудного знака министерства «Мәдениет саласының үздігі». Немало работников творческих профессий получили почетные грамоты акима области. Определили виновники торжества и самых лучших среди коллег. К примеру, обладательницей лучшего голоса признана Альмира Мусафирова. Актерами года стали Абай Нугманов и Ахмарал Тулеева. Впрочем, у артистов театра безоговорочная победа. Драматический театр имени Бикен Римовой лидирует среди других учреждений. Он и стал обладателем нового авто от руководства области и символического Тайказан Межпарламентской ассамблеи независимых государств. Сегодня действительно знаменательный для нашего коллектива день. Нам вручили автомобиль УАЗ. Лучшими нас считает Межпарламентская ассамблея стран СНГ. Для нас это не просто награда, а стимул для достижения новых творческих высот. Актеры нашего театра готовы и дальше вносить вклад в духовное развитие и прославлять наш регион даже за пределами страны. Лучших определили в 16 номинациях. Каждый награжденный получил и денежный приз в 100 тысяч тенге. Обладателем же специального золотого диплома стал коллектив областного историко-краеведческого музея имени Танышпаева. Награда дорогая. Учредил ее Международный союз музеев. У нас в Казахстане существует сейчас 235 музеев. И в этом году 25 музеев как самые лучшие музеи вот, награждены такими грамотами, которые называются «Музей года». Из них вот, 5 музеев областей получили вот такие грамоты, один из них Алматинская область, Корейский музей имени Махачет Ташпаева. Данная награда – это заслуга нашего коллектива. По традиции завершилось торжественное собрание яркой концертной программой. Улжан Адильханова, Жаслан Шинкенже, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Объявлены победители республиканского конкурса «Алтын Таякша» и «Кистеле Орамал» имени Мукана Тулебаева. В течение 2 дней молодые дарования с разных регионов страны соревновались в 2 номинациях – лучшего дирижера и вокалиста.
20 участников 7 областей страны и городов Астана и Алматы продемонстрировали свои вокальные и дирижерские способности. Конкурс имени Мукана Тулебаева проводится в нашем регионе уже несколько лет подряд. Он помогает выявить настоящих талантов среди начинающих профессиональных деятелей искусства. В этом году звание лучшего дирижера и премию в 300 тысяч тенге завоевал участник из города Алматы Берик Батырхан. Хочу выразить большую благодарность организаторам конкурса, ведь в первую очередь он дает огромный опыт для начинающих дирижеров, у которых пока нет своего оркестра. А здесь есть возможность работать с настоящим профессиональным оркестром филармонии, да еще и на большой сцене. Это бесценная практика. Победителем вокального конкурса «Кистелеор Амал» стала Асем Сембина. Лауреат многих республиканских и международных конкурсов, творческую деятельность певица начинала в нашем регионе. Сейчас она солирует в столичном театре «Астана Опера». Дина Буранбаева, Мухит Охтасын, Тимур Байбосынов, телеканал ЖТСУ. Двое воспитанников Талдыкурганской школы искусств вернулись с победой с республиканского конкурса имени Латифа Хамиди. 8-летний Нурсултан Армия выиграл гран-при музыкального соревнования, став лучшим в своей возрастной группе среди почти 150 дембристов. А шестиклассница Талшин Умирзак завоевала первое место. С юными талантами встретился и наш корреспондент. Игрой на дамбре Нурсултан Армия занимается 6 лет, но музыкальный талант мальчика раскрылся почти сразу же, рассказывает его преподаватель. Не единожды за 2 года Нурсултан становился лауреатом различных конкурсов. А на прошедшем недавно в городе Семей республиканском конкурсе имени Латифа Хамиди он бесспорно завоевал гран-при в младшей группе дамбристов, обойдя почти 40 участников со всей страны. На конкурсе я исполнял 2 кюя. Это секертпе и харагок. Сначала, когда вышел на сцену, мне казалось, что я играю очень тихо, но все равно продолжал играть. В будущем вообще я мечтаю стать политиком, но дамбру все равно не оставлю. Это наши традиции, это музыка моей души. Детский республиканский конкурс имени Латифа Хамиди проводится во 2-й раз. Юные таланты соревнуются в 4 направлениях – дамбра, фортепиано, духовые и народные инструменты. Масштабный конкурс в этом году собрал более 300 участников. Среди жюри – известные деятели искусств, композиторы и дирижеры. Эти дети одаренные от природы, и я очень рада, что они смогли продемонстрировать свой талант. И, конечно же, подготовку на таком серьезном соревновании. Несмотря на возраст, они показали себя настоящими профессионалами. В Алматинской области приняли участие 4 ребят, и 2 воспитанников нашей школы искусств стали победителями, оправдали наши надежды. 12-летняя Талшин Умырзак в этом году заканчивает Талдыкурганскую школу искусств. С этого конкурса она вернулась с 1-м местом в средней группе. Уровень подготовки участников был очень высоким, рассказывают ребята, но все же их выступления смогли покорить требовательное жюри. Немалая заслуга в этом успехе принадлежит преподавателю, признаются юные дарования. Сейчас они все вместе готовятся к следующему конкурсу, который пройдет в Шымкенте. Дина Буранбаева, Мади Байбосынов, телеканал ЖТСУ. Борьба с коррупцией продолжается. 183 жалобы за год поступило в общественную комиссию по противодействию коррупции при Алматинском областном филиале партии «Нур Отан». По словам членов комиссии, самыми коррумпированными оказались сотрудники сферы образования. Более 13,5% обращений физических лиц составляют жалобы на противоправные действия администрации школ и учителей. В этих учреждениях выявлены факты невыполнения требований законов. Наряду с ними допущены нарушения в документации проведения различных конкурсов научных проектов. Такие недостатки были выявлены после проверок 5 отделов образования, близлежащих и к областному центру районов и города Талдыкурган. По словам члена комиссии Булата Сириева, коррупционное преступление в нашем регионе носит систематический характер. За 2013 год к дисциплинарной ответственности были привлечены более 20 должностных лиц сферы образования. Столько же человек в предыдущем году. Взысканы штрафы в размере 5 миллионов тенге. В этих регионах в 2013 году зарегистрировано 20 фактов коррупции, в 2014 году 21 факт.
Это говорит о том, что снижения не видно. Есть нарушения и в проведении олимпиад. К примеру, на олимпиаду по истории направляются дети из казахского класса, а на олимпиаду по географии – только с русского. Такие факты были в школе номер 2 города Талдыкурган. В Куксусском районе немного лучше ведется работа, тогда как в других проведенных районах работа ведется не на должном уровне. Более 3 миллиардов тенге недосчитались в казне государства по вине судоисполнителей. Такие факты обнародовала областная прокуратура. Очередной координационный совет рассмотрел законность исполнения судебных актов в части конфискации имущества в доход государства в сфере таможенного законодательства. Продолжит тему Наталья Хоменко. 60 миллиардов тенге ежегодно дают 5 таможенных постов Алматинской области. Было бы в разы больше, пояснили сотрудники областной прокуратуры, если бы не действия недобросовестных судоисполнителей. После решения суда именно в их компетенции обратить конфискованный груз в доход государства. Нередко процесс этот проходит формально, а деньги так и не доходят до казны. Прокуроры выявили целую схему, при помощи которой судоисполнители успешно расхищали контрабандный груз. Имущество, которые в ходе предварительного следствия по экспертизе были оценены на миллионные либо миллиардные суммы, и по этим суммам за этот ущерб лица осуждены по приговору суда. В итоге, это когда на исполнение поступает исполнительный лист, эти имущества реализуются за копейки и десятки, а то и больше раз бюджет несет убытки. На это у сотрудников исполнительных органов есть свое оправдание. Конфискованный груз из-за проволочек на складах лежит годами и уже становится нетоварного вида. В итоге вместо миллиардов оценивают его за копейки и в лед сбывают. Вот лишь один из 10 подобных примеров. Контрабандный товар стоимостью 1 миллиард тенге судоисполнители пытались быть, причем при наличии всех необходимых бумаг, всего за 70 миллионов тенге. Прежде чем товары, которые конфискованы в доход государства, как попасть для исполнения судебному исполнителю, долгое время они, товары находятся в таможенных складах СВХ. Товары теряют свое качество, портятся. Поэтому, когда независимый оценщик оценивает, они свое заключение дают. Согласно заключению эксперта, мы выставляем эти товары на аукцион. Есть схемы, когда судебный исполнитель сперва незаконно вывозит товары, передает их определенным лицам, а потом в последующем формально уже проводит аукцион, и этот же человек, который купил, он объявляется победителем. Прокуроры еще привели примеры. Так старший судебный исполнитель Алакульского района некто Самилтаров умудрился заменить обращенный в доход государства контрабандный груз на товар схожий, но низкого качества. В итоге без проведения торгов сбыл его по цене в 20 раз меньше номинальной, причем тем, у кого его и конфисковали. В результате таких фактов государство уже не досчиталось более 3 миллиардов тенге. Решение проблемы прокуроры видят в доработке и ужесточении законодательных актов. Наталья Хоменко, Мируэрт Муратказы, Мадиба Ибусынов, телекомпания ЖТСУ Талдыкурган. В области определили качество оказания государственных услуг. Мониторинг провела Национальная палата предпринимателей Алматинской области. С помощью массовых опросов, интервью, наблюдений и даже применением так называемого тайного покупателя протестировано было 40 видов госуслуг. Сегодня на внеочередном заседании Общественного совета областного департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции были представлены результаты общественного мониторинга. Они вызвали настоящий резонанс среди членов заседания. Итоги оказались, мягко говоря, шокирующие. Качество оказания большей половины из проверенных госуслуг признано низкой. В числе основных нареканий – высокий уровень бюрократизма среди госучреждений, административные барьеры, неисполнение сроков исполнения, некомпетентность специалистов и даже некорректное, порой и грубое поведение госслужащих в процессе оказания услуг населению. В числе проверенных оказались такие часто посещаемые госучреждения, как ЦОН, Комитет госдоходов, Управление архитектуры и градостроительства, ЖКХ и даже сельхозуправление. Возмутили членов заседания и такие факты, как требования с населения, не указанных в перечне необходимых справок для оформления документов, вследствие чего многие просто не могли дальше вести дела. Палата предпринимателей итоги своего мониторинга вынесла на рассмотрение компетентных органов.
Да, это накопившаяся проблема, которую у нас наши предприниматели ощущают на себе, которые при сдаче каких-то документов, для получения каких-то разрешительных документов, начинают у них требовать как бы ненужные, не предусмотренные законодательством документы, излишние документы. И как то, что было сказано, еще повторю, что это зависит от самого услугодателя, сотрудника, который ведет себя, или незнание его, или грубое обращение с предпринимателем, что порождает такие негативные явления у наших предпринимателей. Мы хотим, чтобы это как государственные органы, чтобы они приняли это во внимание и приняли какие-то кардинальные меры для недопущения таких нарушений. О событиях, происходящих в мире, смотрите далее в обзоре международных новостей. Сирийская армия покинула в среду Пальмиру, не сумев сдержать наступление группировки ИГИЛ. Ожесточенные бои за город продолжались несколько дней. Наблюдатели отмечали, что стратегического значения он не имеет, опасаясь, что исламисты стремятся захватить уникальный исторический памятник для того, чтобы его уничтожить. Сирийские власти вывезли из города сотни античных статуй, но большинство памятников вывести невозможно. Пальмира внесена в список исторического наследия ЮНЕСКО. Первые упоминания о городе датируются 2000-летием до нашей эры. До начала конфликта Пальмира была одним из главных туристических центров Сирии. Этот исторический памятник уже серьезно пострадал в результате сражений. Теперь ему грозит полное уничтожение. Демонстранты в Лос-Анджелесе потребовали закрыть завод компании Nestlé по производству бутилированной воды. Участники акции обвиняют швейцарский промышленный гигант в скупке значительной части источников, в то время как сам штат уже который год сталкивается с проблемой засухи. Nestlé обвиняют в перепродаже бутилированной воды в 700 раз дороже проточной. Тысячи людей бегут из стран Северной Африки, спасаясь от войн и нищеты. Они надеются добраться до Европы, но их путь полон препятствий. Проделав пару тысяч километров, они попадают в ливийские центры для нелегальных мигрантов, где содержатся в ужасных условиях. Далеко не все из тех, кому удается избежать ливийской тюрьмы, добираются до европейских берегов. Нередко лодки переворачиваются, проплыв всего несколько километров. Проблема мигрантов обсуждается в Евросоюзе на самом высоком уровне, но конкретных мер по ее решению до сих пор не принято. Коммунальные службы Капшигая приступили к большой программе модернизации дворовых площадок. В этом году капитальный ремонт в пилотном режиме проведут в трех дворах города на 186 миллионов тенге. Что именно будет сделано на эти средства, узнавала наша съемочная группа. Уже через месяц эти дворы многоэтажных домов 18-го микрорайона будет не узнать. Подъездные пути станут в разы шире, а дорожное полотно застелят новым асфальтом. Полны оптимизма подрядчики. После ремонта здесь смогут проезжать машины в два ряда. Облегчит это и доступ машин скорой помощи и пожарной, так как раньше с этим возникали проблемы. Возле каждого подъезда строители выкладывают новую тротуарную плитку. Такого капитального ремонта, рассказывают коммунальщики, в этих дворах не проводили десятки лет. Обновят не только тротуарные дорожки и подъездные пути. Согласно проекту, построят здесь парковочную зону, спортивную и детскую площадки. Эти дворы станут образцовыми, по этому проекту будут модернизированы и остальные дворовые территории многоэтажек Капшигая. Вместе с тем, запланировано коммунальщиками провести благоустройство прогулочной зоны городской аллеи, а уже после приступить и к освещению улиц. Лаура Байбаченова, Самала Шербекова, Степан Мерешко, телеканал ЖТСУ. Впервые в Алматинской области начали выращивать нехарактерную для Казахстана ягоду. На рынке этот десертный продукт стоит весьма недешево – 12 тысяч тенге за каждый килограмм. Первые плантации разбили предприниматели Жамбылского района. Что из этого получается, расскажет Гульнас Мустафа. В этой теплице раньше выращивали только овощи, но в этом году местные растеневоды решили поменять направление и заняться ягодной культурой. Выбрали голубику. И это не случайно. Главное достоинство ягоды в том, что она необычайно полезна. Сегодня об этих свойствах стали говорить больше, а приступить первыми в Алматинской области решили мы, утверждает агроном. Практически завозится все. У нас не выращивается в Казахстане голубика. Поэтому мы решили заложить первую плантацию в Казахстане. Вот. Плюс к тому 30% зрения восстанавливает у человека. Вот. И ягода очень вкусная. Это ягода завтрашнего дня для Казахстана. На сегодняшний день Европа только выращивает и практически завозит. В России немножко есть. Но с России в основном черника идет. Сейчас в теплице более 2500 кустов. Они завезены из Польши. Выращивание голубики в климатических условиях Жамбылского района необходимы немного другие агротехнические условия. Поэтому первым делом предприниматели взялись за бурение артезианской скважины на 120 метров. К сожалению, на это государством субсидий не предусмотрено. С огорчением отметил агроном Игорь Агеев.
Проблем практически не существует. Почему? Потому что наш уважаемый президент, и огромное спасибо нашему правительству за то, что, в общем-то, выпустили массу программ, которые помогают крестьянским хозяйствам, ТО, которые занимаются земледелием, вот, именно по субсидированию. Единственное, это вода. Во что упирается? Очень многие люди хотят сажать, очень многих людей с земли, но вопрос упирается в воду. Ягода способна понижать уровень сахара в крови, улучшать зрение на 30%, поэтому спрос на нее огромен, особенно в фармпроизводстве. Однако всего 18% необходимого сырья для производства лекарства заготавливается в Казахстане. Этот дефицит частично решит жамбылская плантация. Поэтому эта культура, хоть и деликатная и требует большого ухода, все же может стать экономически выгодной, уверен предприниматель, поскольку на рынке килограмм чудо-ягоды стоит 12 тысяч тенге. Гульназ Мустафа, Алмаз Садуахас, Аманжол Жункешев, телеканал ЖТСУ. Криминальная сводка. Страсть до чужого имущества не довела до хорошего жителя Талдыкургана. Сколько бы веревочка ни велась, а преступник попал таки в руки полицейских. Выяснилось, что 37-летний гражданин причастен к 17 квартирным кражам. И это за последние 6 месяцев. Главным объектом вора становились легкие, быстро сбываемые на рынке электронные приборы. Уже найдены и изъяты похищенные 3 ноутбука и 1 мобильный телефон. Теперь подсчитывается весь ущерб, нанесенный домушникам, жителям областного центра. Кстати, в ходе следственных мероприятий выяснилось, что задержанный в 2006 году уже привлекался за аналогичные преступления, совершенные группой лиц. В целом, с начала года на территории области совершено свыше 1300 квартирных краж. Сотрудники оперативно-криминалистического управления ДВД Алматинской области по следам пальцев рук вышли на след подозреваемого лица, после чего была установлена его личность. В данный момент гражданин задержан и водворен в изолятор временного содержания. Полицейскими проверяется его причастность к другим преступлениям аналогичного характера. В Талдыкургане стартовала 4-я летняя спартакиада Казахстана по боксу. Она собрала в свои ряды 149 сильнейших мастеров кожаной перчатки из 16 областей и 3 городов нашей страны. Борьба на соревнованиях идет не только за медали и призы, но и за путевки на чемпионат Азии, о которой расскажет Лилия Штобрина. Казахстан – родина целой плеяды великих боксеров. Наши атлеты дорожат своими спортивными традициями и стараются их достойно продолжить. Летняя спартакиада Республики Казахстан по боксу – еще один шаг к совершенствованию мастерства в этом виде спорта. Проводится она один раз в 4 года и является для победителей стартовой площадкой перед турнирами международного уровня, вызывая при этом неподдельный интерес у болельщиков. Она привлекает много зрителей, интереса. Сейчас все местные каналы показывают. Сколько ребят, молодежи приходит, несмотря сейчас время как бы не совсем удачное. Сейчас экзамены у студентов и у школьников, сессии сейчас. И при этом большой такой интерес. Поэтому я думаю, что это даст большую возможность для развития бокса не только в регионе, но и во всем Казахстане. Стартовые поединки выявили очень хороший потенциал у участников спартакиады. В первом предварительном бою весовой категории до 50 кг уверенную победу со счетом 8-3 в борьбе с представителем Североказахстанской области Бауржаном Тлешиным одержал наш земляк Мардан Берекбаев. Бронзовый призер прошлой летней спартакиады намерен на этот раз завоевать и титул чемпиона, и путевку на ближайшее первенство Азии. Всегда первая встреча, потому что там сложно бывает, потому что я еще не знал соперника. Но он был моложе меня, чуть ниже мастерством. Но не сказать бы, что бой был таким легким, средним был. Что хотел, по-моему, все сделал. В Талдыкурганском дворце спорта «Жастар» сегодня собралась вся элита отечественного бокса. Биться за звание сильнейшего в своей весовой категории на ринге международного стандарта предстоит и нашему титулованному земляку, действующему чемпиону мира Жанибеку Алимханулы. В целом же в турнире принимают участие 149 боксеров со всех уголков страны. Выяснять, у кого удары техничнее и сильнее, спортсменам предстоит в течение 6 дней. Лилия Штогрина, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ. Такой была информационная картина сегодняшнего дня. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания.